О чем бы хотелось сказать сейчас? К сожалению, реформа МВД оставила за бортом многих работников милиции, но остались хранители традиций. Так сказать, классические опера, которые продолжают нести искусство в массы. Итак, встречайте на этой сцене скандальное трио «Гранд Опера». Ваши аплодисменты. Добрый вечер, дамы и господа, вас приветствует трио «Опера». Разрешите представиться, меня зовут Лучано. Полжизни простоял на повороте. Мой коллега Пласидо ни хрена себе отбабахал домингу трехэтажную. И, наконец, Хосе настоял на Порш Каррера. Добрый вечер. Хосе Петрович. Да. Вы что, без нас были в кустах? А что? Поправьте пюпитр. О. Извините. Коллеги, уважаемые зрители, сегодня нам аккомпанирует струнный минтет. Да. Ну что ж, друзья, с первой циферки. Начнем. Итак, первая ария. Памяти коррупции. Прошу. Перцы начальника едут в Каене, а на коленях стажёр колено. Пользуясь случаем и положением, склоняет Лену он к размножению. Она хохочет, типа не хочет, но пять минут, и Лена сержант. Теперь лейтенант. И снова сержант. Спасибо. Спасибо, дорогие. Огромное спасибо. Многие спрашивают, когда же мы почувствовали в себе вокальный талант. Если вам интересно, отвечу. Однажды мы втроем на дороге остановили правительственный кортеж. И после этого Хосе еще 3 недели разговаривал фальцетом. Да. Ария «Терпилы» из оперы «Мистер Ха» на Ха-5. Поехали. Прошу. Вышел на трассу со мною радар, спрятался за поворот. Думал, что дерево скроет меня, не поместился живот. Вижу, кусты вдоль дороги стоят, мигом за них забежал. Но в попыхах не заметил, что сел голый уже на ежа. Спасибо! Спасибо, друзья! Спасибо! Гранд Опера! Сегодня в легендарном театре «Не до Ла Скала» собрались многие поклонники нашего таланта. Да, многие действительно нас очень любят. Правда, многие слушатели нас даже сравнивают с легендарными «Битлз». Да. Так и говорят, ребята, по сравнению с «Битлз» вы говно. Да. Извините. Да, да, да. Знаете, начинали мы как поп-исполнитель. Да. Вообще поп-направление нам очень хорошо знакомо. Очень. Дело в том, что туда нас часто посылали случайные зрители. Поэтому не случайно следующую арию нам навеяло творчество группы «Никита». Можно для распевочки видео нам? Конечно.
прекраса. Итак, ария, посвященная министру МВД Украины. Сколько не знаю разбитых погон, мы не прошли аттестации муки. Слезы текут на округлый мамон, а он лишь смеется и постит в Фейсбуке. Ава, ава, агров, ава, ава, агров, что же ты, Борисыч, сделал со мной? Ава, ава, агров, ава, ава, агров, на твою страничку впредь и ногой. Спасибо! Спасибо, спасибо. Дамы и господа, сегодня вы услышите такие арии, которые посвящены бывшим милиционерам. Аттестовалось только трое из 18 ребят. Хорошие девчата, давно мы их крышуем. Прекрасная песня, которая нам нравится, про гаишников, которые стояли раньше на дороге. Ламфрен, ламфра, ламтатита, да ты в дрова, голубка. Да. И, наконец, ария. Одиноко звенит колокольчик, ведь второй отстрелил депутат. Ария новогодняя, чрезвычайная. Прошу! Поехали! Какая суета, да. Какой переполох. Соседям фейерверк, их сауну поджег. Пожарные кричат, на крышу воду льют. А мужчины без трусов морозным днем бегут. А бубенцы, бубенцы весело звенят. Звон идет во все концы, искорки горят. Бубенцы, бубенцы весело звенят. Спасибо! Спасибо! Знаете, наше творчество всегда затрагивает темы бывшей милиции. Да! Мы считаем их профессионалами, не то что эти... Современные. Ха, сынки. Черти как ездят на машинах. Уф. Бьют их. То ли дело мы, на. Гаишники старой школы. Летим 200. А. Пьяные. А. Между машинами. О. Но при этом чинно, размеренно и аккуратно. Да, мы брали взятки. Да, но это справедливая цена за наше мастерство. Да. Мастерство единственное и неповторимое. Прошу. Знал, как намекнуть на взятку. Знал, как бить без синяков. Знал, как провод, ткнув в розетку, скинуть пару висяков. Но мозгов для новых тестов не хватило, хоть убей. Посвящаю эту песню я извилине своей. Единственная моя, с ветром обручён. Спасибо! Спасибо! Ну скажите, разве они были не красавцы? Нет, не то, что эти новые полицейские ходят, прицепили эти камеры, снимают все, как китайские туристы. А как же протокол, господа? Ведь книга лучше, чем фильм. В протоколе можно что-то от себя интересное добавить. Следующая ария посвящена всем гаишникам, которые ранее стояли на дороге, а теперь переаттестованы. Верните нас обратно. Пожалуйста, не увольняй, не выбрасывай на свалку. Все, что хочешь для тебя, лишь бы
не расстаться с палкой. Хочешь 200 по Майдану? Хочешь едь хоть в Сюзю пьяный? Хочешь плюнь мне прямо в харю? Ты ведь хочешь, я же знаю. Хочешь задом едь на красный? Хочешь съев свисток и паспорт? Хочешь даже по приколу? Подотрусь я протоколом. Хочешь, я тебе станцую? Хочешь, в попу расцелую? Хочешь, положи в фуражку мне собачью какашку? Да! Спасибо! Спасибо! Где? Мы обязательно вернемся! Гранд-опера, студия «Квартал 95». С Новым годом!